50 коллективов со всей страны представили свое творчество в Новосибирске. На международном фестивале выступил и Междуреченский ансамбль эстрадного танца «Джем», руководитель Ольга Лыкова. Наши земляки участвовали в номинации «Народный стилизованный танец». В итоге «Джем» признан лауреатом третьей степени. Ансамблю эстрадного танца «Джем» ГДК «Железнодорожный город Междуреченск», Кемеровская область. Несмотря на то, что они сейчас приезжают, они сейчас будут опять готовиться интенсивно к конкурсу на приз губернатора Кемеровской области, который проходит каждый год. В этом году коллектив отмечает свое 20-летие. Они готовы поделиться творчеством. Отчетный концерт состоится во Дворце культуры «Распадский» 21 апреля.